Новогодняя акция «Наши дети» стартовала сегодня у Беларуси. В ближайший месяц работники министерства и ведомства, представники державных и приватных компаний повиншуют с Новым годом больше, как 15 тысяч детей по всей краине. Представники 90 организаций с подарунками наведают детячие домы, школы и больницы. Самая великая по своим масштабе свята в нашем регионе с уделом керавництва в области запланована на конец снежня у державным цирку.